Меня зовут Сабуля София, мне 10 лет, я из города Рубежный. С малых лет я профессионально занимаюсь восточными танцами, неспроста. Для меня это увлекательное и яркое искусство. Приведение души к полному гармонии. Тактом восточной музыки и вербука я слышу ритм вселенной и биение своего сердца. Я люблю жизнь, я люблю все прекрасное, чем наполнен мой день. Я творческий человек, я люблю свои творческие способности и нахожу вдохновение всегда. Участие в конкурсе – это для меня яркое, прекрасное событие, где можно проявить себя творчески, найти новых друзей, приобрести новые навыки и подняться на новую ступень развития. Моя жизненная позиция – любить окружающий мир, ставить перед собой разумные цели и достигать их. Я веду активный образ жизни, создаю свою личность своим трудом. Моя цель – стать преуспевающим человеком в жизни, достигшим больших успехов, и всегда излучать уверенность в своих силах.